Представь, что парни и девушки вдруг поменялись ролями. Видеть девушку, занятую уборкой, вполне привычно. Вот и Джулия не исключение. Принято думать, что мытье полов – женская обязанность. А пачкать их – мужская привычка. Классическая сцена. Да что же это такое? Надоело. Война полов в действии. Возмущению Джулии нет предела. Оправдания Майклу не помогают. Да что твоя уборка? То ли дело машину починить. Машину? Фу, да легко. Хоть всю твою работу сделаю. Давай поменяемся местами. Завтра я буду делать все, что ты, а ты то, что я. По рукам. Доброе утро. Как приятно понежиться в постели. А где же Джулия? Наверное, готовит завтрак. 10 раз. Теперь она ведет себя так, как положено парню. С утра зависает в туалете с телефоном. Вот еще уровень прошла. Не дадут человеку спокойно поиграть. Ну что такое? Дорогая, а как же завтрак? Похоже, Майкл забыл, о чем вчера договорились. Что ж, сейчас Джулия ему напомнит. Надевай фартук и готовь завтрак. На что я подписался? Где был мой мозг? Как приятно сесть за стол и ждать, когда тебе подадут еду. Чего так долго? Давай уже быстрее есть хочу. Джулия отрывается по полной программе. А Майкл пытается освоить экстерном курс кулинарии. Ага. И поразить любимую эффектно поданной яичницей. Но, похоже, что-то выходит из-под контроля. Ты что, пожар решил устроить? К счастью, все не так страшно. Приятного аппетита. Вау! Выглядит неплохо. Кто бы мог подумать? Спасибо, было очень вкусно. Вот посуда. Джулия ведет себя очень естественно в новой роли. Но и Майкл не теряется. Дорогая, кажется, у нас что-то с краном, плохо течет вода. Теперь придется освоить роль сантехника. Пока Джулия возится под раковиной, Майкл лишь подает ей инструменты. Наверное, только и ждет, когда девушка сдастся. А теперь сюрприз! Смотри, милая, вода пошла. Принимать душ под раковиной – не то, чего хотелось бы Джулии. Зато Майкл очень доволен. Правда, радость длится недолго. А ну, марш за уборку. За что мне это наказание? Кто дернул меня за язык? Что ж, не все обязанности приятны. Тем временем Джулия уезжает на работу на машине. А Майкл остается за домохозяйку. И он, похоже, этому рад. Но лишь до того момента, пока не получает список дел. А это зачем? А вот тут что за ерунда? Пока! Ничего не поделаешь, придется погрузиться в суровые женские будни. И для начала легкий квест. Под названием «Найди недостающую пару». Куда же могли подеваться эти носки? Весь дом приходится перерыть. Искать даже в самых неожиданных местах. Даже чересчур неожиданных. Бедные женщины, неужели так каждый день? Но самое обидное, что в итоге они ждут тебя в стиральной машине. Джулия постаралась на славу, чтобы взорвать мозг второй половинки. Да что за ерунда, стиральная машина не работает, что ли? Естественно, ведь Джулия позаботилась об этом. Придется вспомнить ручную стирку. Тазик – наше все. Джулия во всеоружии подъезжает к офису, где подрабатывает Майкл. Спайдермен? Это что, дресс-код такой? Ну, конечно. Для Джулии тоже приготовлен эффектный наряд. Человек-краб. Теперь надо раздать все эти листовки. Ох, нелегкая оказывается у Майкла работа. В буквальном смысле. Да он и сейчас не расслабляется. 3 тазика и гора вещей. Что ж, у каждого свои трудности.
Надо признать, у Майкла получается справляться с ними. Хотя... Фух, наконец-то присесть на минутку отдохнуть. Интересно, который час? Сколько? Джули тоже нелегко. Еще бы стоять на жаре в этом тяжелом костюме. Но чего не сделаешь, чтобы заработать? А Майкл тем временем осваивает мытье окон, и у него неплохо получается. Джулия тоже начинает вживаться в роль уличного промоутера. Дело идет и довольно бойко. И Майкл не скучает. Столько домашних обязанностей. Как женщины все это успевают? Может, они многоруки, как крабы? Та-дам! Вот это встреча! Ух, пронесло, кажется, не заметил. Постирал, теперь можно и погладить. Мучение какое-то. Силы уже на исходе. Зато у Джулии как будто второе дыхание открылось. Она становится популярной. От назойливых прохожих приходится буквально бегом спасаться. Видел бы это Майкл. У него жизнь течет так размеренно. Во всяком случае, складывать вещи не столь утомительно. Как бегать наперегонки с подростками, решившими украсть твои клешни. Я дома. Ох, ну и денек сегодня. И расслабляться еще рано. Где деньги? Ах, ну конечно. Ничего не поделаешь. Придется отдать все, что заработано непосильным трудом. Маловато, не хватает. Вот это да. Джулия буквально от сердца отрывает припрятанные купюры. Роль добытчика так тяжела. Эй, а мне что, ничего не останется на карманные расходы? Шопинг – традиционно женское занятие. Но у нас же все наоборот, да? Поэтому удовольствие от процесса Джулия явно не получает. И кто выходит с охапкой покупок? Ну, конечно, Майкл. Но не все женские занятия так приятны. Вот это, например, нашему герою явно не по душе. Фитнес вокруг шеста, да еще в лосинах. Девушки, наверное, знают какой-то секрет. Это нереально трудно. Эх, а ведь сильным полом зовутся. Ладно, дадим Майклу еще несколько попыток. О, уже лучше. Оказывается, нет ничего невозможного. Когда уверенность в своих силах выросла до небес, появляется Джулия, чтобы все испортить. И у нее в руках босоножки на высоченных шпильках. О, нет, я не надену это. Деваться некуда. Картина из серии «Ковыляй потихонечку». Непонятно, как девушки не падают с такой высоты. А вот эта встреча сулит другие неприятности. Для Джулии, ведь сильный парень теперь она. Теряться не стоит. Лучше разозлиться как следует и вломить им первой. Женщина в гневе страшнее мужчины. Вот, убежали. Телефонный разговор очень вовремя отвлекает Джулию. И теперь у Майкла есть отличная возможность инсценировать травму от босоножек. Нужна лишь жидкая губная помада ярко-красного цвета. Чуть-чуть размажем пальцем. Готово. А, как больно! Погоди, я перезвоню. Картина действительно жутковатая. Что делать? Придется продолжать играть роль сильного плеча. Ну, иди на ручки и донесу до дома. Как известно, плакать над сериалами – типичное женское поведение. Но жизнь вносит свои коррективы. Теперь будешь смотреть вот это. Футбол? Ну, тут хоть плакать не нужно. Да и вообще, можно лишь делать вид, что смотришь. Ага, как же. Майкл следит, чтобы все было честно. Ну, ничего. Отыграемся. Ведь рыдать над сериалами теперь предстоит ему. А для надежности стоит привязать его к кровати, чтобы не убежал. Фух, кошмарный сон приснился. Но это пробуждение среди ночи – отличная возможность устроить пранк для Джулии. Майкл ставит под машину что-то подозрительное. И спокойно возвращается в кровать. Что ж, посмотрим, чем это все обернется. Ее тоже мучают кошмары. Роль краба не отпускает даже во сне. Снова эти ужасные дети. И Майкл с ними заодно.
предатель! Это всего лишь сон, какое облегчение. Джулия тоже пользуется моментом, чтобы разыграть любимого. Испачкав руку в чем-то неприятном и темном, она оставляет следы на плитке в ванной. Спи спокойно, дорогой. Как приятно проснуться и вручить ключ для ремонта автомобиля. Любимой женщине. Дорогая, у нас машина барахлит, надо бы посмотреть. Ну и у Джулии есть ответ. А тебя попрошу помыть ванную комнату, там такой ужас. О, да, тут действительно произошло нечто страшное. Хорошо, что вооружен по полной. Ну, приступаем. Это было непросто, тем более в противогазе. Интересно, а как справится Джулия с ролью автомеханика? И как этот ключ вставлять? А у нее неплохо получается. Ой, что это дымит? Катастрофа! Майкл, я что-то тронула, и она задымилась. О, неужели? Джулия в панике. Как же потушить машину? Может, посмотреть, что под колесом? Ну, конечно, вот и причина. Похоже, эксперимент очень утомил обоих. Мир. Мир. Что за запах? Носок? Почему он под подушкой? О, нет, только не надо по новой. Как хорошо, когда каждый на своем месте. А тебе хотелось бы поменяться местами со своей второй половинкой? Ждем комментариев. Ставь лайк, подписывайся и звони в колокольчик, чтобы не пропустить новые скетчи от нашего канала.